Сегодня в полях Белгородской области отметили юбилей событий, одновременно хорошо известных и малоизученных. 12 июля 43-го на огромной дуге, вошедшей в историю под названием Курская, произошли два ключевых сражения. На севере после успешной обороны перешли в наступление войска Западного и Брянского фронтов. Названная в честь Михаила Кутузова, их операция через три недели завершится освобождением Орла. На юге немцы все еще продолжают атаковать. И 12 июля бронированная колонна 2-го танкового корпуса СС наталкивается на перешедшую в контрнаступление 5-ю гвардейскую танковую армию. Последовавшее сражение обессмертило название соседней деревушки. Была ли Прохоровка крупнейшей танковой битвой в истории? Какие потери понесли стороны и за кем осталась инициатива? Об этом историки яростно спорят до сих пор. Но подвиг, или, как принято говорить, массовый героизм, проявленный советскими солдатами, он, конечно, бесспорен. Егор Колыванов передает из-под Белгорода. Герой Советского Союза Вячеслав Маркин приезжает в эти края ежегодно. Он один из тех, кто видел огненную Курскую дугу с высоты полета штурмовика Ил-2. Я видел поле боя сверху. Это сплошные разрывы снарядов. И вся земля горела. Воздух тоже весь был... Тесно было в воздухе. Те же, кто находился в эти минуты на земле, едва мог различить силуэты самолетов. Сидим, тихо-тихо, потом вдруг сразу жум, гум, жум, стрельба. Летят красные штуки, конечно, через нас. Что такое, чего мы не знаем. Это, оказывается, с «Катюши». Мы солнца не видели здесь во время боев. Дым, смрад, огонь, даже металл, и тот горел, танки те горели. Прохоровское сражение – драматический эпизод Курской битвы. Вошло в историю как крупнейший танковый бой Великой Отечественной войны. Поклониться погибшим в 65-ю годовщину приехали не только ветераны всех фронтов, но и всех родов войск. Мы, немецкой армии, дали такого поджиг, дали такого пинка, после которого она не успела уже оправиться. Сейчас над местом сражения возвышается звонница. Сегодня рядом открыли памятник трем полководцам – Донскому, Кутузову, Жукову. Курскую дугу ветераны с гордостью называют третьим ратным полем России после Куликова и Бородина. Ведь немцы после Курской битвы ни одной из наступательных операций не провели. Да. Да. Это вселило у нас победу Курской. А уж потери, извините, никуда не делись от них. Сражение на Прохоровском поле знаменует начало наступательного этапа Курской битвы. И если Курская битва была переломным моментом в ходе войны, то, что творилось здесь 12 июля 43-го года, получается, было переломным моментом переломного момента. В массовом сознании это могла быть только битва титанов, чтобы с одной стороны сотни Т-34, с другой сотни тигров, но советские историки приукрасили действительность. Огромными были потери, преимущественно с нашей стороны, оправдать которые могли, если не превосходящие силы противника, то хотя бы равные. Но на самом деле немецких танков здесь было меньше. Правда, на более выгодных позициях. На высотах и к тому же укрепившиеся. Это основные образцы бронетанковой техники. Историк Валерий Замулин изучил десятки килограммов архивных документов. Вывод, к которому он пришел, победа под Прохоровкой была кровопролитнее иных наших поражений. 12 июля 5-я гвардейская танковая армия потеряла 359 боевых машин, 3 танковых дивизии корпуса СС, которые противостояли непосредственно 4 корпусам на танковом поле советским. Они потеряли в пределах 155-165 боевых машин. Если бы не звонница, мало что напоминает на Прохоровском поле о событиях 65-летней давности. Если здесь и появляется военная техника на земле и в небе, то исключительно в мирных целях. Егор Колыванов, Станислав Скрипник, Максим Журавлев, телекомпания НТВ. Прохоровка, Белгородская область.